Ну и давайте, вот неспроста же у нас тут скрипочка лежит так красиво, не только для антуража. Предлагаю немножко поимпровизировать, смешаем музыку и поэзию, как насчет такого? Давайте, да. Ну что, Ань, ты у нас что-нибудь прочитаешь? Ну, я думаю, вы не запутались, да, что няня у нас на скрипке играет, а Дина читает, а все наоборот. Я хочу прочитать стихотворение Эдуарда Осадова. Оно называется «Дорожите счастьем». Это такое напутствие, наверное, для всех, чтобы люди действительно дорожили счастьем. Дорожите счастьем, дорожите, замечайте, радуйтесь, берите. Радуги, рассветы, звезды глаз — это все для вас, для вас, для вас. Услыхали трепетное слово? Радуйтесь. Не требуйте второго. Не гоните время ни к чему. Радуйтесь вот этому, ему. Пусть бормочут скептики до смерти. Вы им, желчным скептикам, не верьте. Радости ни дома, ни в пути. Злым глазам хоть лопнуть не найти. А для очень, очень добрых глаз нет ни склок, ни зависти, ни муки. Радость к вам сама протянет руки, если сердце доброе у вас. Красоту увидеть в некрасивом, разглядеть в ручьях разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. И поют дороги и мосты, краски леса и ветра событий, реки, звери, птицы и цветы. Дорожите счастьем, дорожите. Спасибо, Фердинанд. Спасибо. Боже, ребята, у меня мурашки.